Это рубрика «Четыре аккорда». Мы снова с вами. Видео создано при поддержке музыкального магазина «Динатон» и студии звукозаписи «Аркус Рекордс». Всем привет, меня зовут Скрипа. Сегодня мы с вами будем разбирать песню «Аврил Лавин. Сучье лето». Обычно в рубрике «Четыре аккорда» мы не делаем никаких каверов, но почему-то в этот раз мы решили сыграть. Помимо того, что здесь четыре аккорда, здесь есть небольшой рифчик, который играется в куплетах. Для начала едет трактор, мы ждем, пока он уедет. Также эта песня играется с каподастром на первом ладу. Если у вас нет каподастра, играйте все это без каподастра, просто на лад ниже. Тональность будет немножко другая, и тем не менее, как бы вы сможете это сыграть. Как играется риф? Зажимаем квинт-аккорд, скажем так, на первом ладу. Будем считать, что это первый лад. Вообще, это квинт-аккорд фа-диез. И третья струна у нас открытая. Проходимся по струнам вниз. И делаем три отрывистых удара по пятой струне на третьем ладу. Затем на четвертой струне играем открытую и делаем хаммер-он на второй лад и третью открытую. Получается. То есть, когда мы играем третью открытую струну, четвертая струна у нас еще звучит. Далее мы играем пятую открытую, четвертую открытую с применением хаммер-он на второй лад и третью открытую. Затем делаем три удара на третьем ладу шестой струны. Три отрывистых удара. После этого делаем хаммер-он и пул-офф на второй струне первого лада. И после этого делаем хаммер-он и пул-офф на второй струне первого лада и играем третью струну открытую. Получается. И вот как раз после куплета начинается припев, в котором мы используем эти четыре аккорда. Аккорд фа, до, ля минор и соль. В точно такой же последовательности. Если вы не можете сыграть этот риф, вы можете играть всю песню на этих четырех аккордах. Как это играется?
Какой бой? Играется все немножечко со смещением. То есть первый аккорд играем вниз-вверх, вниз-вверх. Точнее, вниз, вверх, вниз, вверх. И переходим на второй аккорд. Играем опять вниз и вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть как бы 7 раз получается. Медленно. Если у вас проблемы с баре, вы можете аккорд фа зажимать немножко по-другому. Первая открытая, вторая на первом ладу, третья на втором ладу, четвертая на третьем ладу. Или можно еще пятую зажать на третьем ладу. И вот так мы заменяем аккорд фа без баре. На этом все. Предлагайте песни на разбор в комментариях под этим видео на YouTube или в личные сообщения в нашем паблике ВКонтакте. Ссылки есть в описании. Ссылка на гитару и на струну тоже есть в описании, так что заходите, смотрите, приобретайте. Также подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы видеть в режиме онлайн, что происходит с нами. И меня не остановит эта машина, которая проехала. Вот и все. С вами была Скрипа. До новых встреч!